Я из Казахстана. Моя работа называется «Рождение звезды». Выполнена она в стиле абстракционизм, смешанной техники с использованием текстурной пасты, акрила и патали. А в этой работе я хотела показать, что все в этом мире циклично. А мир, как его можно и разрушить, так его можно и восстановить. Я хочу, чтобы, посмотрев на эту картину, вы почувствовали радость.